Здорово. Здорово, что тебе без варежек. Ну я потому что поздороваться надо было, а потом варежки одевать. Я утонул! Надо было правее ехать, там где ты! Чё-то как-то глубоко! Нормально, правее надо просто! Вот так! По колено больше! Надо повторить. Блин, полные ботинки воды. Ну ладно, не буду пока выливать. Штурмует рожайку. Красавчик. Теперь у меня чоппер. Так это, отключи. Он же у тебя вниз просто, да, пошел? Да. Так давай, отключи здесь. Пока Сережа буксует на месте, мы починим руль. Главное в эндуро болтики протягивать. Вот у меня руль был не затянут. И на бревнышке хлоп и ушел вниз. Стал как на яве. Благо у Лехи есть все с собой, да, Леха? Конечно. Леха же на китайском мотике. Я настоящий эндурист. Он же на китайском мотике ездит, ему всегда ключи нужны. Ладно, я пойду. Ладно, Лех, шучу, что японцы тоже ломаются.
ехал только что за нами. Поехали посмотрим, пизданулся. Ты чё? Живой? Ты чё, заебался? Серега. Да, с непривычки, да. Не молчи, расскажи нам о своих проблемах. Можешь рассказать нам о своем мотоцикле? Вообще, кстати говоря, мы тут обзорчик снимаем. Жалкие эндуристы, что думают о своих мотоциклах? Пока куришь, давай. Че? Хороший? Брать надо новичкам? Советуешь брать новичкам 450-ю Ямаху? Лучше литрушку. Лучше литрушку? Литрушку и эндурушку. Вискарика, блядь. И не ездить по всему этому дерьму. Поехали. Поехали нам далеко еще. Поехали уже кататься. Мы не проехали еще 10 километров. Мы едем уже час. Жалкие вы эндуристы. Сам такой. Старики вы, разбойники. Я так не умею! Саня, надо подсветку встать и на выжиме прям с берега встать. Я не колесо потянуть. Да ну в пизду! Я объеду! Сжать! Потому что жалкие! Мастер-класс от Лехи по бревнам. Секундочку, секундочку. Вы застряли на бревне в лесу. Дальше что, Лех? Дальше все изначально пошло не так. Мы опять дорогу что-то не туда поехали. А все нормально, мне нравится бревнышко, все будет. А вон там еще одно такое же. Манал я ваши бревна. Подписывайтесь на канал. Сережа, ну вот ты сделал мотоцикл. Не катался лето. Любишь эндуро? Любишь ли ты так, как любит его Леха? Как любит его Димон? Димон, а где Димон? А Димона нет. Ну давай. Солнце садится.
тебя отвалилась какая-то хрень снизу, защита. Ох, нихуя себе. Так, 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 хваленая надежность китайских мотоциклов в зеленых лужах. И мы ведем наш репортаж прямо из леса. Алексей, что у тебя случилось? Заминочка. Алексей большой любитель бревен, но Fly GR7 не такой любитель бревен, как Алексей. У него отпала защита. Но это мелочь. Прошло полтора часа. Минуты, секунд 30. Прошло полтора часа, как мы выехали из дома. И это секунд 30 Леха чинил мотоцикл. Расскажи ребятам, что надо делать, чтобы прикрепить защиту обратно. Ругнуться матом и чуть посильнее стукнуть. Все. Вот она вся правда о китайцах. Это правда. Леха, тебя скинула та же ветка, что и Тимура. Поздравляю! Тимуркина ветка опять сработала. Да? Или ты сам упал? Это фиаско, братан. Что такое? Ты сам тоже в луже был? Блядь, посмотри на меня. А что ты не долежал, пока я не подъеду? У меня телефон здесь. Блин, а у меня там этот, бревно выключило передачу. Какой контент не снял? Теперь я официально могу купаться в луже. Сейчас только мостик поставлю. Ну я издалека видел. Надо умыться, Сань. Тимур-то удрался, блядь. Да? Как думаешь, надо умыться? Умыться, думаю, надо, да. Может, до озера бы потерпел? Все в эндуро! Все катать! Она даже не цветет почти. Давай это, до озера доедем, там помоешься. Ну перестань ты, блин. Гайер на Г12 воду держит? Держит, но плохо. Что? Поехали, поехали.
озеро. Леха пошел пугать щуку. После купания в луже ему уже вообще ничего не страшно. Да мне так-то тоже полные сапоги. Купальный сезон объявляется закрытым. Давай. Слышь, а я тоже хочу. На, держи. Саня, как вода? Вода вообще кайф. Кайф? Да. Короче, есть такой миф, что если упасть с мотика в реку, можно утонуть. Леха, развей, пожалуйста. Нет! Экип сделан таким образом, что он в принципе не тонет. Гаерны даже в воде не тонут. Опа! И у меня не тонет. А у Сереги интересно. Кайф, ребята. Ну что, Лех, как богато? Вот за что люблю эндуро. Устанешь, выможешься весь грязный, как свинюшка. А потом видишь озеро и ныряешь весь туда. Весь в чем ехал. Саня, фокус. Гаерна не тонет. А у Сереги Альпинстар, поэтому он, короче, не хочет нырять. Я тоже он. Гаерна плавает. Так что, если вы собираетесь упасть с мотоцикла в реку, не бойтесь, экип как спас-жилет работает. Зато на мойке можно сэкономить. И на стирке. Ладно, там парень рыбу ловит, мы его все сейчас распугали. Очень страшно. Все, вот так надо освежаться после эндуро покатушек. Всем жалких. А поехали без него уедем. Пока он плавает, мы уедем. Я не знаю, есть смысл воду из ботинков выливать? Нет. Сама выльется. Катайтесь, ребята, на мотиках. Такой красоты вы вряд ли где увидите.